Так, кто-то есть, отключает. Номер 531. События дня. 1 Коринфянам 6:14. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. За 26 мая 2017 года. Ну, одна у меня тут собирается. Ребенок не хочет там. Ребенок-то маленький, там первый класс или что. И я пишу ей. Наталья Черновой. Смешно слышать, что ребенок сам решает, куда ехать и где он будет проводить время. Вещь неслыханная у наших прадедов. У детей должно быть абсолютно беспрекословное подчинение воле родителей. А то ребенок ювенально, сатана все это делает-то. Ювенальная юстиция – это прямо дьявол, и дьявол с рогами вылез. А что делать, если он не слушается? Уже сейчас обкуренный может прийти домой, с дурными товарищами связаться может. Что делать-то? Отвечаю, делать то, что повелевает Дух Святой через своих святых мужей, избранных пророков, апостолов, учителей. Ну так, а почему прямо было не сказать, что... Да не торопись, я скажу, я не скрываю, могу ответить. Притча 22.15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Не слова, не та, что пятерку получит, и дома получит 5 рублей. Нет. Евреям 12.11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Потом он поймет, что это на пользу было. Вот у меня лагерь был 45 лет. И в лагере прямо говорится, есть физическое наказание. Ой, как против этого бунтовали. И исследования были, и детей проверяли. Там кандидат медицинских наук. И прокуратура, и ФСБ даже задействовано было. Ничего нету. Ну, уберите это из устава. Зачем же убирать буду? Тогда и лагеря не будет. Наказание должно быть. Наказы в отдельном помещении, а в это время весь лагерь молится. А за что? Ну, за грубое нарушение. Бывает, ударил. Большой парень ударил девочку маленькую. И что я должен делать? Я деру, у меня крапивы много там рядом. Беру при всех, захожу. А бывает так, только просто вид дать, если он понял все. Потом помолимся там вместе, выходим. Ну, а ты, говорю, слюнями под глазами-то покажи, что ты плакал. Вот. А какого-то бывает и накажу сеткой, сетка авоськи. Это больно тоже. Притча 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Вот и вся любовь. Жалеешь розги, ты это все равно, что ненавидишь сына. Дружба с миром есть вражда против Бога. Дружба с миром. Платье поднимает выше колена, разрез на юбке. Это все дружба с миром. Тебя мир и захватит, ты орать будешь, как резаная коза. А кто любит, тот с детства наказывает его. Кто любит? На первом месте заповедь о любви. Если ты любишь, наказывай. Притча 13.25. И притча 19.18. Наказывай сына своего, доколе есть надежда. И не возмущайся криком его. Я специально взял из канонических книг, из Сирахова, из других. Потому что, да, это не канонические. Но вот канонические говорят, наказывай сына. Так это в Ветхом Завете. Ну, что в Ветхом Завете? Он был непослушный здесь, а что делать? В Новом Завете страшнее. Его ждет мука вечная. Притча 19.18. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». То есть он орать будет, кричать, заткни его рот. Притча 23.13. «Не оставляй юноши без наказания, не оставляй. Если накажешь его розгою, он не умрет». У меня много рассказов есть из лично знакомых. Вот одна девочка говорит, теперь она уже не девочка, замуж вышла. И она связалась с компанией какой-то, и они воровали. Школьники в 10 классе своровали шторы, там залезли в кабинет, где там магнитофон был, а отец узнал. Он говорит, меня порол, а он был офицером, у него через портупею тонкий ремень, этим ремнем.
Он так топорол. Мама кинулась, он матери там да поддал, говорит. И мама вылетела из комнаты. Он меня порол, держал, говорит. Я не знаю, за что он, за волосы, что ли, держал. Я тебя убью. Отец, говорит, маловерующий был. Но порол. И теперь, говорит, если бы он бросил раньше меня, говорит, пороть, я бы не отстала. Я уже связана была с ними. Но он порол. У меня, говорит, платье в крови, в кожу туда влипло все. Она лежала дома, ее не выпускали. Она лежала на животе. Он ее хорошо получил. И она отошла, то всегда, теперь вышла замуж. Ну и другая совсем жизнь. Это она сама рассказывает. Вот, если бы папа бросил меня раньше наказывать, я бы все равно уже не отстала. И он оставил. И они там вином как-то, говорит, ее там отмащивали, платье там из этих бороздок-то вытягивали. Притча 23.13. Если накажешь, и розгой, он не умрет. И не оставляй юноши без наказания, не оставляй, это твое преступление будет. Притча 23.14. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Вот откуда. А те, которые не наказывают, ну, те их в преисподнюю толкают. И что толковать-то? Розга и обличение, то есть словами ему все рассказать, дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притча 29.17. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. А у Сираха, я не беру не канонические, потому что сектанты опровергают там, и там прямо говорит, дочери твои есть, не показывай лица веселого ей. А тут так, 5 дочерей, главное. И отец смеется, тебе смеяться некогда. Она в подоле тебе принесет. Притча 29.17. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. Евреям 12.7. 8.10. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Вопрос. Есть ли такой сын? То есть ни одного не было. Тебя отец наказывал. О, еще как. А как? Вожжами. Говорит, я курить начал. Говорит, он меня завел в амбар. Говорит, и вожжами. Дед рассказывает. Он меня так, говорит, отполосовал. Все. Я, говорит, бросил курить. А вожжи, там еще застежки железные. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, всем. Это Новый Завет, евреям. Евреям 12 глава. То вы не законные дети, а не сыны, байбаки, как называют, суразы, подкидыши. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? А то а что бояться-то? Я люблю. Бояться надо. Родителей бояться надо. Ищить. Мы боялись их, прямо говорится. Боялись их. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. А сей, с большой буквы сей, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Вот так. Чайковский пишет, как его сурово наказывали. Императора Аркадия, будущего императора. Вот, восточной части империи византийской, наказал очень сильно Арсений Великий. Так что борозды от розок остались на всю жизнь. О, как наказывали. Дальше мне пишет Наталья Чернова. Я ждала вашего наставления, спаси Христос. Наверное, больше сама испугалась, когда смотрела видео, где к вам мужчина приехал помогать, и через 5 дней рычал, и вы его выгнали, и он опять к вам просится. Но она действительно считает, смотрит наши ролики. Действительно, нынче опять просится он. Засомневалась. Вдруг сама не выдержу трудности. Я ведь городская. Можно я день-два обдумаю? Если муж твердо сказал, а то говорит, как хотите. Вот я и расслабляюсь. Вы-то четко все говорите. Я отвечаю, трудности наши очень малые. Все по молитве, радость и послушание. Вам как раз того и не хватает, и вы это получите. Не ленись только, трудись и молись, дорогая Натальюшка. А отроку как раз и нужна твердая рука. Он тут все получит и может статься, будет твоим кормильцем и лучшим помощником. Не упускай шанс, Наталья. Помолитесь, Игнатий Тихонович, чтобы я укрепилась. Спаси Христос.
Сергей Игнатов пишет: «Христос посреди нас», в скобках, «есть и будет». Учусь, Игнатий Тихонович, молиться, вставая раньше птиц, но до 7 и больше раз еще не дотягиваю. Пытаюсь наладить отношения с нашим священником, у которого на первом месте пока что исполнение треп, а не благовестие, Слово Божие. Мои призывы к нему и прихожанам, чтобы чтение Священного Писания на церковно-славянском языке сопровождалось его изъяснением по-русски, вызывает у него ко мне неприязнь, и от разговора на эту тему он уклоняется. Молюсь за него и стучусь благочинному Мариинского района отцу Игорю Кадышеву, который сам с Западной Украины, как и митрополит Донецкий, Мариупольский и Иларион. Спаси, Христос! Филипп и Виктория пишут, двое это живут в Дании. Он пишет, как у него вес то набирается, то другое, не может и болеет. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович и братья. Простите за беспокойство, но не могли бы вы дать ссылку или напомнить название ролика, где вы говорите об НЛО и Фатимском чуде? Хочу переслушать, не помню, как называется. Я пишу: «Фатимская весть. Трагедия или надежда?» Страница 358. Это в нашей книге «К истинному православию». Страница 358. Это сатанинское явление. Да, католики там и канонизируют, и беснуются. И второе. Показал, где еще есть. На нашем форуме. Тут рядом видно, я показываю сейчас народу. Юрий Соболев пишет: «Мир вам, Игнатий Тихонович. Первое. Понравилось ваше занятие в трапезной. Как всегда, очень тепло, душевно, с юмором. А одну любопытную деталь могу добавить. Вы говорили о собаках, об их безграничной верности. Я разговаривал однажды с мусульманином, аварцем, и он сказал следующее. Это небольшой штрих, меня тогда поразило бы, весьма характеризует веру. Собака – нечистое животное, потому что она верна до смерти человеку, а верным муслимам до смерти нужно быть лишь одному Богу». К слову, я так и не понял. Случай в Потеряевке, рассказанный вами о некоем раненом чеченце, реальный или нет? Еще я тебе буду говорить, что меня арестовали. Думай так. Думай, что нереальный. Я просто сказал, пример дал. А если понял, что это реальный, так, ну, для себя имей. Не могу я ответить на этот вопрос. Я говорю о том, что если мы на Малину ходили, и там раненый чеченец был, и я бы его спрятал, и кормил, и поил, и все время беседовал, чтобы он дал обещание, что никогда воевать не будет. И потом тайно его отвез в Чечню, тайно. Машину заложил коробками и провел через все посты. Да неужели это такое в настоящее время? Ну, я тебе сказал, может, я картину нарисовал так. Но я так готов к этому. Второе. Накануне одна интересная, как мне кажется, мысль пришла, аналогия. Полагаю, с одной стороны, это навеяно событиями, связанными с прибытием мощей святителя Николая, с другой – праздником Вознесения и вашим письмом ко мне, поэтому скучаю. Это все Юрий Соболев говорит. Христос. Слава Иисусу Христу! Слава! Христос, а еще ранее Иоанн Предтеча, призывал к Царству Небесному, к Духовному, к той невидимой реальности, которая не просто реальнее изменяющегося ежесекундно мира, но есть подлинное и истинное бытие. Иначе сказать, есть два мира, видимый и невидимый, идеальный и идолический. Вот идолический, первый раз слышу это слово. И вот ко второму человек всякий раз стремится скатиться и скатывается на протяжении всей истории. Кавычки. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога“». Исход 32.1. Но Господь Иисус Христос неоднократно говорит: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Иоанна 4:23-24. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, не приедет. А если пойду, то пошлю его к вам». Иоанна 16:7.
И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить главу. Матфея 8:20. Ну вот бомж. Меня там обзывают: вы одеты как бомж. Вот первый-то бомж с большой буквы. А я не бомж, у меня квартира есть, дом свой есть. И вот где бывает, я пускаю там на квартиру, люди живут где-то бесплатно. За всю жизнь ни копейки не взял. Но везде какой-то маленький уголок оставляю. Если мне негде будет жить, вот эта кровать, вещи кладите, пусть спит, но это моя кровать. Я ее сразу заправляю, накрываю, матрас несу, и все, где бы ни был. Вот в храме, где молятся для детей, там сейчас никто не живет, а я жили там. Люди приходили, которые на моление приезжают. Но одна кровать, та, как назвать, палате или нары, или шконки, там как угодно называй, на втором этаже, как правило, это мое. Я ни разу, где был, там ни разу не спал даже, но всегда у меня где-то есть. В лагере, если где-то, обязательно у меня зарезервированное место для меня. И это правильно. Правильно. Есть такой Александр Суворов, кажется, фильм про одного молодого офицера советского. Война уже началась. Ну, он в очередь стал стоять за кашей. Начальник подошел: ну-ка, выйди, иди вперед. Ты должен первый всегда поесть. Ты где-то можешь потребоваться, а ты стоишь здесь. Все. А меня никто этому не учил. Я всегда знал, начальник должен быть все время свободен. В первую очередь он должен быть накормленный. Если есть одна булка хлеба, и у отца пятеро детей он принес, кто должен есть? Все детей накормить. Детей нет. Отца накормить надо. Если дети наедятся, отец голодный, все, и на этом померли. Надо, чтобы у него была сила, чтобы его приняли на работу, и тогда эта булка не одна будет, а две и три, и все будут сытые. Ну, маленько рассуждать надо. Нельзя так. А тут такая глупость. Вот, говорит, сидела на березе, там 10 грачей. Охотник выстрелил, а одного убил. Сколько осталось? И все сколько? 10 сидело, 10. Одного убил? 9. Неправильно. А сколько? Один остался, а остальные улетели. Один. Вот не имеет где голову преклонить. Бомж. Бомж – это Господь Христос. Без определенного места жительства. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Иоанна 3:6-8. Ищет поклонника в духе истины. И спрашивает: ну а пророки в духе истины поклонялись? В духе поклонялись, но не в истине. А почему? Да потому что в образах ягненок был. Истина во Христе. В духе духовно они это могли, а в истине ее и не было. Вот. В самой истине невозможно было поклоняться, ее не было. А истина, говорит, я есть путь истины и жизнь. Евангелие от Иоанна 14:6. Дух Святой наполняет человека и соделывает его храмом Божиим. Разве не знаете, что вы храм Божий? 1 Коринфянам 3:16. И вот здесь можно провести одну параллель. Иерусалимского храма нет. Осталась одна его восточная стена, и к ней стекаются иудеи и паломники со всего мира. Интересно, какое делает сравнение. Святые христиане почили в Боге, умерли в Боге. Этих живых, подвижных, то есть по западе евангельских, благовестнических, нестационарных, храмов нет. То есть, ну мы все храмы, если бы мы ходили, подвижны были бы храмы, проповедники. Но то, что от них осталось, мощи, подобно той Иерусалимской стене, которая стекается тысячи христиан. Интересно так. То есть, мощи святых – это как оставшиеся стены мертвые иерусалимские, и к ним люди стекаются к мощам, тыщутся лбами. Слово бы всеми ныне живущими людьми, иудеями, видимо, слово, а словно, я думаю, движет какой-то один дух, покрепче прилепиться к вещественному. Но почему не пронзают нас всех евангельские строки? Что вы ищете живого между мертвыми? Лука 24:5. Дух животворит, плоть же не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Не камни, кирпичи и то, что в них строение, в этих, но христиане, свидетели есть живые,
Мартирус, ходящие храмы, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2:5. Как бы даже так выразить, не человек ныне должен устремиться к храму, но человек-христианин есть храм, с большой буквы, устремляется к человеку-язычнику, подобно самому Христу, пришедшему и нешедшему к падшему человеку. Вот это последнее, ну, не совсем тут объяснено. Добавка. Мысль разбежалась, останавливаю. Разбежалась, рассыпалась. Вот такие соображения, Игнат Тихонович, собираясь идти на занятия, благословите. Я пишу: с Богом. Юрий отвечает: заметил, ежели в пятницу перед занятиями случится с вами, Игнатий Тихонович, списаться и попросить молитву, как наверняка будет крещение огнем. Вот и сегодня после занятий пришлось задержаться и померзнуть полтора часа с близким братом Антоном Пинкиным. Пьянкиным или Пинкиным. Беседуя с одним еретиком. Беседа была насыщенной и, думается, с продолжением. Вручил ему визитку с вашего сайта. Они всегда при мне. Может, на вас выйдет. Благодарю за молитвенную поддержку. Храни вас Бог. Один вопрос. Его задал еретик. А кто рукоположил апостола Павла? Какой епископ? Как верно ответить, Игнатий Тихонович? Я отвечаю. Это сектанты говорят, если апостола Павла не избирал Христос, и нас не избирал, но мы апостолы все. Считается, что епископ Анания, Деяния 9 глава, и 17 раз подтверждается, что Савл и есть апостол Павел, избранный в апостолы Богом. И дальше я перечисляю Деяния 14:4, Римлянам 1:1, 11:13, 1 Коринфянам 1:1, 9:1, 9:2, 2 Коринфянам 1:1, 11:5, 12:12, Галатам 1:1, Ефесянам 1:1, Колоссянам 1:1, 1 Тимофею 1:1, 2:7, 2 Тимофею 1:1, 1:11 и Титу 1:1. Ну, думаю, что 17 раз. 1, 2, 3, сейчас посчитаю, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Правильно. Деяния 14, 14. Вот. Я это вот показал. Все на этом. Надо показать. Будет еще наши ресурсы. Все ли видно? Вот главный ресурс. Сейчас первое скажу. В моем мире. Вот я в шапке. Тут можно переписываться. По книгам как. Это вот форум наш «Во свете Библии», православный форум Игнатия Лапкина. Вот. И канал, православный видеоканал. 7250 роликов наших. Очень, очень богатый сайт. Посещаемость 6 миллионов, просмотров 405. И подписчиков 7022. Видите, какой богатый у нас видеоканал. Я на нем много работаю. И вот главное это «Во свете Библии» православный видеоканал. Это сайт библейский православный. А с него на видеоканал заходишь, на православный форум можно выйти сразу. Ну вот такое. Я бы еще тут что-то добавил, но сегодня так много уже сказано. На этом все. Я сейчас спрошу, кто-то нас слушает, нет? Кто? Я вижу Сергей Игнатов вроде бы, да? Так, Татьяна тут? Татьяна? Нету? Анатолий, по-моему, здесь, да? Да, здесь. Ну вот, Сергей Пупков здесь? Здесь. Так, ты мне нужен. Как-то бы на меня вышел. То, что мы ходили, посещали священника этого избитого-то, израненного. Надо по горящему следу все записать. И потом ты вообще нужен мне. Сейчас у меня поиск надо будет. Сегодня мы договорились бы. Выбери какое-нибудь время так подъехать. Когда? Может, в конце. И диск-то мне не привезли. Диск нужно привезти. Ну, вот так и все как будто бы. Тут еще кто-то. Анатолий, кажется, есть, да? Нет Анатолия? Напоминаю, да, есть. Что занятие ведет Сергей Ильин. Если вам покажется что-то не так, вы меня можете переспросить. Я его знаю давно, больше 30 лет. Он очень ревностный, хороший брат. Хороший. Так опасаться его не надо. Ну,
Может, что-то за это время изменилось, я не знаю, но я ничего в нем никогда не видел, там, что против Евангелия или против этого. Он знает много, там у него разное на еврейском языке, на греческом, видно, что он занимается. Не смотрите, что странный, он там как-то там шевелится. Это у человека бывает там повреждение какое или что. Что будет явно не, никак вам не, неприемлемо, ну, напишите мне, я могу выйти на него. Так, ничего ратить. Некоторые привыкли вот так здесь, на одном месте. А вы сами организуете за лето разные там встречи. Себе кружок образуете какой. Сколько знаете на этом уровне, тем более книги наши есть. Так, и теперь все время поминайте, уже лагеря нету, но с детьми мы будем заниматься. 10 июня я уезжаю, а крещение у нас будет 9 июля. Об этом можете писать. Полное погружение. Сейчас вот сегодня приезжает человек, не договаривались ничего, а я приезжаю сегодня. Сегодня я должен встречать, проверять. И это не сближает, потому что я сразу настороже. Ну, просто не люблю быть обманутым. Но на этом пока все. Да будете все благословлены. Завтра у нас занятие вообще кончится, а молитвы не будет в воскресенье, потому что так с Богом отошел. Выключайтесь.